Дайте свое интервью, милая. Патрикевна. Поговори со мной, милая. А то врать не котену, царица. Чтоб поговорила с нами. Ты же самая разговорчивая рисовелица. Ну-ка, гунь-гунь-гунь. Скажи, гунь-гунь-гунь. Нет, не буду. Гунь-гунь-гунь. Ты партизанкой стала, да? Уши, слава. Патрикевна. Ну, расскажи что-нибудь, ну. Как тебе живется? Как живется? Как живется? Давай, говори. Вот, вот, да. Уф-уф. Гунь-гунь-гунь. Расскажи маме. Расскажи, как ты тут. Моя девочка. Ну как, малыш тебя не обижает? А ты его? Нет? Точно нет? Трикевна. Ну что, уф. Уф. Вот давай, а? Гунь-гунь-гунь. Расскажи что-нибудь. Да не хочет. Ну скажи что-нибудь, ну, моя девочка. Тебе сердечек дам. Купите. Патрикевна, ты стала молчуней. Ну что такое? Твои поклонники требуют твоего интервью. Что делать? Что я, как я должна тебя озвучить все? За тебя же не могу. Давай, 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 давай. Патрикевна. Два слова, да. А еще? Еще два слова, пожалуйста. Для своих поклонников. Давай. Патрикевна. Два слова для своих поклонников. Оф, что? Нет? Ну, говори. Вот, еще чуть. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Молодец. Говори. Все?